сначала казалось, что Пено не приедем с этой машиной. Приняли решение, что если в воскресенье утром начинать работать, должны успеть. Так и получилось. Ну, за 3 дня, можно сказать. У меня сейчас настрой хороший. Сезон уже начался, он где-то там в истории. Забыли про него. Вот, сконцентрировано на сегодняшней гонке. Поставили новые амортики. Это, конечно, космос по сравнению с тем, что у нас было. Машина прям как влитая начала стоять. Вот. А елка лучше держит, конечно, по такой дороге. Ну, у меня первый раз в этом году, по крайней мере, нормальные тесты. И дальше там стенограмма и гонка. Поэтому пока очень хорошее настроение. Он не унывает. Я могу вам честно сказать, что это самый оптимистичный человек. Бодрости ему не занимать. Да, скорость есть, нужна надежность, осознанность, скажем так. Не прорываться сквозь туман, а не бороться со стихией, просто ехать чисто и красиво. Первый поворот, то есть просто не попал, она туда не поворачивает. А потом во второй поворот тоже не поворачивает. Я понял, что что-то я не знаю про новые покрышки. И я не могу сказать, что мы на все деньги вставлять будем. Я думаю, что я буду просто привыкать на самом деле к этим, к этой новой конфигурации машины. Вот. И надеюсь сократить разрывы по мере возможности. Выходит каменный цветок в этом году пока никак. Ну, значит, больше надо тренироваться. А как остальные спецучастки? Ну, мы уже без особой агрессии ехали в таком более-менее спокойном режиме. Нормально ехалось. Даже там как-то что-то, ну, в Корино мы даже не особенно старались, потому что там лишь доехать. А вот на длинном начали уже чувствовать машинку. Ну, в общем, конечно, ее нужно
тренировать.